Обратная связь. Открытый город. Сегодня в Запорожье существует два проекта, представляющих собой открытые информационные системы, направленные на решение проблем жителей города. Как они работают, смотрите в нашем следующем сюжете. Для решения актуальных проблем, считают, не хватает взаимодействия власти и общественности. Обращения в профильные службы успеха не приносят, поэтому в качестве панацеи предлагают электронный сбор информации. Проект «Обратная связь» берет на себя выявление недобросовестных судей. Чтобы выявлять недобросовестное исполнение должностных обязанностей судьями, мы сможем аккумулировать от граждан такие проблемы, и, соответственно, по статистике будет видно, что судья такого-то суда систематически выносит необоснованные либо решения. Фонд Восточной Европы выбрал Запорожье одним из регионов для реализации программы «Открытый город». Любой наш гражданин может по компьютеру на сайт выйти и заявить о какой-то проблеме, которая на сегодняшний день является, ну скажем, такой острой кризисной проблемой. И дальше городские власти должны взять в отработку эту проблему и дать ответ. За основу интерактивной платформы «Открытый город» была взята платформа, которая действует город Пермь, Россия. И такой сайт есть в Великобритании, который называется «Fix My Street», «Отремонтирую мою улицу». В чем уникальность этой платформы? В том, что здесь сотрудничают, вот строится такой трехсторонний диалог – органы местной власти, общественные организации и простые жители нашего города. Если бы все проблемы, о которых заявляют в электронном виде, решались бы так же быстро, как хотелось, возможно, нареканий на работу городских служб и органов власти было бы меньше. А пока имеем то, что имеем.